Здравствуйте, товарищи, с вами Принц на сером козле, и это супер краткий обзор на первый полуфинал высшей лиги КВН. Конечно, понятное дело, что первый полуфинал после таких мрачных событий, это вообще первая игра после таких мрачных событий, это очень трудно, но тем не менее, игра получилась скучная, мне она не понравилась, к просмотру я просто не рекомендую. За все конкурсы я всем поставил 4, кроме разминки. Там я разминкам поставил 5 за разминку. И то, это потому что, ну иначе бы пришлось бы всем ставить 3, а им 4. Ну, а так вот, я просто даже не знаю, что еще сказать. Поэтому все. С вами был Принц на сером козле. До свидания, товарищи.